Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в еще один выживший зомби. Но, после того, как я переиграл, у нас игра скинулась. То есть мы ни ачивки не получили, ничего от слова совсем у нас с вами нету. Так, ну да, апгрейдов у нас нет, потому что мы даже не прокачались. Но мы пойдем за вот этого парня на первую локацию. Тут нельзя, тут бесконечный режим можно выбрать. А смысл в бесконечном режиме? Я тоже так думаю, что никакого нет. Вот. Игрушка прикольная, надо валить зомбаков. В принципе, и все. Прокачиваться. Вот, пистолеты, все дела. Перезарядки тут нет, она автоматически идет. Давай, давай, давай. Сейчас мы активненько нафармим ребят, и все будет прекрасно. Да, мышка вообще ни за что не отвечает здесь, только при выборе ресурсов, каких мы будем использовать. Ну, короче, что мы будем прокачивать. И все, это единственное, за что отвечает мышка здесь. То есть, вот, чисто за выбор оружия. Гранаты, пистолет, давайте гранаты вот это возьмем. Тут также можно выбирать доп. Персонажей. Ящички всякие. О, вот, да. Прикольная штука, она мне нравится. Я хочу, наверное, сначала перки взять, а потом чисто в оружие пойти. Хотя и оружие прокачать тоже было бы неплохо, но я думаю сначала перки, а потом уже оружие. Тут по 3 перка у каждого. О, прекрасно. Лупит хорошо. Ух ты, идеально. Так, давай гранату возьмем. А потом уже будем прокачивать оружие. Так, а что, гранату не кидаем? Гранаты пока... Так, идем дальше в гранату. Что-то он ее не кидает нифига. Кинуть не хочешь гранату? Может, он кидает, я просто не вижу. Да, у нас сейчас щит стоит, мы можем... А, в смысле, у меня щит стоит. А нахрена тогда щит? А, он исчез уже. Блин. Блинский блин. Да, оружие надо помощнее. Потому что они уже начинают окружать потихоньку. Но пока что нету никаких плюшек вкусных. И денег нет. О, первый ящик появился. Идем к ящику. Сразу же. Так, давай прокачаем пушечку на плюс 10 дэмэджа. Так, появился и челик, и ящик. Это вообще хорошо, что есть и челик, и ящик. Значит, берем сначала челик, а потом берем ящик. Когда челиков не будет, дальше будем ачивки получать. Так, мы можем взять либо бусти, 800 баксов, либо танка, либо сав. Возьмем, наверное, танка. Он с дробашом будет всех аннигилировать. До первого босса, первый босс на 5-й минуте вроде идет. Он пока, да, он медленно пока стреляет, но это не страшно. Он потом раскачается. Мы сейчас перки получим, раскачаемся. Так. Давай экспу возьмем. Экспа, мне кажется, нужнее. Да, вот он... О, бегающие побежали. Прекрасно. Да, вот минус, да, того, что он очень медленно... Такое чувство, что он по одному выстрелу делает. Прям плохо аж мне от того, как он стреляет. Прям очень плохо. Так, давай возьмем еще пистолет. Еще плюс дэмэдж. Чтобы хотя бы ваншотить их. Нам надо просто переходить на другой тип орудия. Уже поскорее бы. Ай-яй-яй, больно, ребят, не коцайте. Ох, хпшечка, спасибо. Так, да, переходим, наверное, на следующий тип орудия. Так, дробаши можем прокачать. Да, лучше дробаши тогда вкачаем. Вот минус, да, второго персонажа в том, что ты не можешь уже нормально прокачивать свое первое оружие. Тебе приходит... Ух ты, какая там толпа умирает сразу. Давай, давай, давай. Она просто как-то здесь собралась так красиво. Они все такие красивые тут, что аж прям... Радостно радует глаз меня. Я хочу попробовать способность именно прокачать. Так, мы можем третьего взять. Но третий это все будет. Это будет жопа в плане того, что мы не прокачаемся нормально. Но, с другой стороны, дополнительная мощь. Давай возьмем третьего. У нас все равно больше брать некого. То есть у нас лучница еще не открыта. Да, зато есть парень с пистолетом. Так, интересно, они рассосались из той области? Да, они рассосались. Супер, можно сейчас прокачаться очень неплохо. Так, мы берем, наверное, дальше вот эту штуку.
Так, дальше мы берем вот эту штуку. Все, пистолет у нас прокачался официально. Он, ни хрена себе, какой залп мощный сейчас был. Так, сундучок, иди к нам. Понятно. О, серьезно, даже взяли. Skill damage плюс 10%. Давай возьмем вот это. Я уже жду, когда у меня будет та прикольная... Блин, какая толпа хорошая. Я уже жду, когда у меня будет та прикольная пушка. О, там синенькое что-то появилось. Магнитик. О, магнитик это вообще имба. Ну, потому что он замагничивает все, что есть на карте. Так, берем Tesla Gun. Берем вертолет обязательно. Вертолет это имба, потому что... Да, вертолет это имба. Вот он пролетает, аннигилирует всех, кого может. Вертолет это прям имба. Да и Tesla Gun тоже вообще шикарный. Блин, эти взрывающиеся еще пошли уже. Мерзкие ребята. Так, пока ничего вроде нету у нас с вами интересного. Так, гранаты. Конечно же гранаты, как же без гранат. О, ящик появился. Супер, что ящик появился, это прекрасно. Идем за ящиком. Так, открываем ящик. И здесь у нас что? Кулдаун скиллов. В принципе, да, наверное. Кулдаун скиллов. Быстрее будет все активно. О, энергию взяли. Хорошо. Так, вертолетик летит. Тоже хорошо. Просто всех изрешетили. Красота же, красота. О, у нас зажимать начинают. Так, еще один. Ну, да, четвертого вы взять не можете, поэтому сильно не рассчитывайте на это. Вы просто берете дополнительную прокачку. Что, в принципе, и так хорошо. Так, босс должен был появиться, кстати говоря. Так, пехоль, Tesla Gun. Давай пехоль прокачаем. Я знаю, что после Tesla Gun там будет какая-то вообще топовая пушечка. Кажется, то ли дробаш электрический, то ли еще что-то в этом роде. Ну, в общем, тема хорошая будет. Так, берем давай тогда еще. Давай Tesla докачаем. Чисто сделаем... О, босс первый пришел. Здравствуй, дружище. Ты такой быстрый, что бы я без тебя делал. Да и с тобой тоже. Надо завести его обратно вот в эту фигню. Чтобы он здесь дэмэдж получал дополнительный. Все, готов. Чанхо. Ну да, мало все равно дает нам. Этот хоть гранатами кидается, уже хорошо. Так, энергию подобрать. Дабл энергия. Давай. Нам это ничего не дает от дабл энергии, конечно. Ну да ладно. Так, пока никого нету. ХП, кстати, уже половина всего лишь. Так, персонажик появился. Так, давай, давай, по линии еще пойдем, и все будет нормально. Никто нам ничего не сделает. Так, давай диски возьмем. Я знаю, что это бесполезно, но когда нас будут окружать... О, мы какую-то ачивку получили. Это будет хотя бы дополнительные плюшки. Так, ящик там, человек тут. Идем за человеком, наверное. Потом за ящиком. Да, хочется и автомат взять, и дробаш взять, и все остальное взять. Так, докачали первый перк до максимума. Идем. Теперь идем за... Наверх. За наверх идем. О, как хорошо-то сейчас было. Так, стоп, подожди, надо звездочку подобрать. Ничего личного, надо подобрать звездочку. Так, скилл на пистолет. Да, оружие давай. Надо звездочку подобрать, потому что сейчас перки все, и стрельба ускорится очень сильно. И мы до ящика спокойно дойдем. Нам магнит в идеале, конечно, нужен, но что ж поделать. И ХП вообще нужно очень сильно. Все, звездочка закончилась. Так. Сейчас. На пятихатку отхилиться. Вот это хорошо было. На пятихатку отхилиться это хорошо. Ладно, давайте пока собирать все. Мне в тот раз сказали, что что-то 15 или 20 минут надо откатать. Я там буквально чуть-чуть не дошел. Но раз прям чуть-чуть, то сейчас мы откатаем эти чуть-чуть. Просто катаем до пушки. Оп. Давай-давай-давай, ускоренный режим, аннигиляция. О, босс вышел. Здрасте. Щиты вы взяли, супер. Так, давай убьем ее быстренько, а то она бесячая очень. Очень бесячая. Так, Tesla, давай дальше. Больше урона вообще супер. Так, ящик появился наверху. И герой внизу. И за героем идем, чисто перки нужны. Так, забираем красненький.
Нужно сейчас, если еще одна пушка выпадет, вообще супер будет. Будет прям реально супер, если выпадет пушка. Но выпал дробаш. Берем дробаш. Там дальше вроде автоматический. Так что, конечно, берем дробовик. Ради автоматического дробаша-то, конечно же, да. Так, щиты хрен с ними. Так, Тесла. О, супер, дальше будет имбовая пушечка. Если мы доживем, конечно, а то мы, смотрю, очень жестко проседаем. Ну, хотя хпшечку взять, если она будет. Скилл дэмэдж. Блин. Давай скилл дэмэдж возьмем еще. Еще чуть больше скилл дэмэджа. Так, давай-давай, выживаем. Энергия, супер. Ну, энергия чисто ускоряет нас и все. А на пушке наши не ускоряет, поэтому... Щиты берем, энергию берем, все берем. Надо денег набрать на количество перков. Так, дробаш прокачали, уже хорошо. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау, больно-больно-больно. О, магнитик, все, сейчас будет хорошо. Сейчас прям будет хорошо очень. А что, в смысле, так мало, серьезно? Ну, я прям рассчитывал на жесть какую-то по прокачке, а не на эту хрень мелкую. Так, тесловская пушка пока не качается. А, мы можем рерол сделать. О, я тебя поздравляю, у тебя новый дробовик. Давай к боссу. Там хпшечка, тем более. Вон она лежит где-то впереди. Да, вот и хпшечка. Минус босс. Так, берем щиты. Так, сундук появился, этот появился, все появились сразу. Мы сначала берем босса, а потом пойдем дальше. За героем, чтобы еще перк взять. Мне просто нужно прокачать. О, мы еще ачивку получили. Выполнили достижение. Ой, ты мерзкий пришел. Плеваться не обязательно. Спасибо. Так, рерол. А что мне не дают этот, что ли? Ладно, давай поехали прокачаем. Я хотел Теслаган уже обновить. Ой, босс вышел, мега-босс. Мега-хьюго-босс. Мега-хьюго-босс. Здоровенький такой. Да, надо быть с ним поаккуратней. Идем к сундуку побыстрее. Так, мы почти сдох. Блин, второй вылез. Куда? Два-то. Мы-то с одним еле справляемся. Тихо. Так. Все, пойдем отсюда. Нам надо хпшку найти. Пока этот ушлепок на нас не напал и не завалил нас. Хотя бы с одним разобраться. Как мы с двумя должны разобраться. Мы с одним-то еле разбираемся. У нас хп просто нет совсем. Нам нужна хпшка срочно. Или мы сейчас просто от следующего удара мы откисаем. Нужно еще хотя бы обыгрейднуться разочек-другой. Я вижу хп слева. Я вижу слева хп. УЗИ, да. Так, главное теперь не попасть под смерть. Блин. Ладно, мы все равно прокачались неплохо. Вот почему у него не выпала Тесла-пушка следующего уровня? Какого хрена? Вообще обидно очень. В смысле? В меню, конечно. Я хотел это, перки раскидать. У нас 8 перков, да. Заново все. Но ничего. Так. Damage плюс 5%. Больше выпадать будет. Что мне, кстати, важно. Я лучше вот так сделаю. Скорость или хпшечку на 50. Давай хпшку и дэмэдж возьмем. Все. Вот, в общем, 5-й уровень мы взяли. Супер. А следующий мы пойдем, наверное... Да нет, почему? Следующий мы пойдем... Ну, я за него хочу. Я хочу... Ну, типа, вот, 2297 убить. Типа, да? И нас... Я не понял принцип открывания пушек вот этих вот. Че они, типа, дадут вообще? Тут 5000, тут 5000. И, ну, надо выбирать его и за него гамать. Он прикольный, у него дробаш, там дальше автоматический дробаш. У этот пистолет УЗИшка, ну, без понятия. Ну, вот это вот, кстати, мы выбирали ее, но она типа лучница так себе. Самурая нет, и какую-то бабу-медика с пистолетом тоже пока нет. Эти вообще еще не открыты. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем, всем пока.